Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money. И сегодня у нас видеообзор на вот такую вот шоколадку Alpen Gold, зимняя коллекция. Здесь такой, смотрите, олень, снежинки, какао-бобы и черника, молочный шоколад. Так она выглядит. Здесь у нас килокалории, давайте их посмотрим поближе. Они есть, то есть в 100 грамм у нас 518 килокалорий. А здесь смотрите штрих-код, какой красивый, елочки такие нарисованы. Давайте его здесь тоже сейчас посмотрим состав с вами. Вот кому интересно, нажмите стоп и посмотрите. Так, ну давайте я посмотрю. Так, Е добавки у нас одна. Ну, состав как бы да, большой. Ну, конечно, на фиолетовом фоне видно все не так хорошо, как хотелось бы. Ну и давайте ее попробуем. Также нам понадобится наша тарелочка. Так. Также, что мы с вами самое главное проверяем? Это начинку, да? То есть у нас должна быть фиолетовая какая-то начинка. И вот тут кусочки темные. Где-то вот как-то так должно быть у нас. Давайте посмотрим. Черную начинку я вижу. Вернее, не начинку, а какие-то... А, вот фиолетовый, кстати, есть. Значит, вот этот кусочек и будем пробовать. На вид, кстати, она выглядит обыкновенно, как выглядит каждая плиточка шоколада Alpen Gold. Это у нас с вами Милка. Выглядит каждый раз по-разному. Alpen Gold выглядит обыкновенно, но очень вкусно. Давайте будем пробовать. Шоколад действительно очень вкусный, как всегда. Alpen Gold у нас всегда очень вкусный. А молочный шоколад действительно ощущается. Ну, шоколад именно молочный, хотя какао-бобы там есть. То есть, ну, как нам кажется, если какао-бобы, значит, шоколад такой, не знаю, лично мне так кажется, как горький, что ли, такой. Прям шоколад-шоколад без молока. Хотя нет, такой вот прям вкус шоколада и немножко там молочного шоколада. И, конечно же, черника. Она попадается. Ее достаточно много. Не чересчур, но ее много. Она попадается, и вместе с ней шоколад становится очень вкусный. Ну, кстати, и какао-бобы, наверное, тоже попадаются, потому что какие-то кусочки такие жестковатые там были. Наверное, это какао-бобы как раз и были. Я так думаю. Потому что вот тут есть какой-то остренький кусочек, наверное. Я думаю, что они не перетертое какао там. Ну да, вот они какие-то темненькие есть. Ну, даже после вкуса остается. После вкуса именно черники. Очень вкусно. Вместе с шоколадом. Это обалденно вкусно. Такую шоколадку можно подарить. Вот, ее можно и скушать самим, не доезжая до друга. Вот, очень вкусно. Я бы такое еще купила. Мне она очень понравилась. Вот, давайте попробуем, наверное, еще раз. Она, кстати, да, она не приторно-сладкая. То есть, если Милка у нас приторно-сладкая, то Alpen Gold, она всегда обалденная, она всегда вкусная. Кстати, она даже... То есть, она не лежала у меня в холодильнике, и она довольно мягенькая. Даже они вот они слепляются. Давайте еще попробую. И, может быть, я сейчас еще что-то скажу, потому что обычно так бывает. На камеру говоришь вроде то, что почувствовала, потом камеру выключаешь, ешь шоколадку дальше, и тут понимаю, что еще много всяких вкусов появилось. И думаешь, блин, я не досказала.
Да, действительно, это очень вкусно. И какао-бобы встречаются именно в каких-то маленьких таких кусочков. Такие маленькие-маленькие. Ну, в принципе, наверное, как и нарисовано вот тут вот маленькие кусочки. То есть, ну, в принципе, они есть. Так, сейчас я поломаю. Господи. Она, кстати, не особо сказать, чтобы тает. Не особо таял. Тает. Хотя нет, тает в руках. Поближе вам покажу. Вот они, сами шоколадочки. Так все это выглядит, а то я что-то перестала показывать. В комментариях напишите, стоит вам это показывать поближе или нет. Вам это надо или не надо, чтобы мне знать в будущем. Вот, очень вкусная шоколадка. Прям, знаете, такая ароматная, прям черникой. Черники прям попадается именно такая сухая черника. И вместе с шоколадом она прям обалденная. Мне понравилось. Очень понравилось. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Также у нас очень много обзоров на шоколадки Alpen Gold. У меня практически обзоров там коллекция целая уже. Поэтому обязательно посмотрите, зайдите. В конечной заставке я, наверное, постараюсь оставлю на какую-нибудь шоколадку или, может быть, даже сразу плейлист. Но там в плейлисте много всего, всяких обзоров, но вы найдете там и шоколадку Alpen Gold. Там их много очень. Также других шоколадок, Милка, также обычные продукты, сладости, не сладости, всего, куча всего интересного. Также вы можете в комментариях мне написать, на какой продукт вы хотите обзор. И я обязательно рассмотрю ваше предложение, посмотрю, если в моем городе этот продукт продается, то его куплю. Вот. А живем мы в России, если что. Вот. А то один раз мне написали уже из какого-то другого города, но оказалось, у нас таких продуктов нету. У нас с такими брендами, названиями. Вот, также смотрите наши другие ролики, наши путешествия, влоги, как мы с сыночком живем, развиваемся. И много-много другого. Живопись там еще есть. Обязательно посмотрите. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.